Исаченко Василий Андреевич, полный кавалер Ордена Славы. Родился 1 января 1919 года в деревне Крутиловка Ельнинского уезда Смоленской губернии, ныне Починковский район Смоленской области. Воспитывался в крестьянской семье. Приехав в город Сталина, ныне Донецк, окончил там школу ФЗУ и работал электромонтером в трамвайно-троллейбусном предприятии. С августа 1942 года находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был помощником командира саперного взвода 928-го Дунайского стрелкового полка. Старший сержант Исаченков являлся полным кавалером Ордена Славы. Также награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красной Звезды, медалью за боевые заслуги. Свой боевой путь Исаченков прошел от Сталинграда до Будапешта. В 1944 году в Унгенском районе Молдова он совершил прорыв защитных проволочных ограждений противника. Во время боев за освобождение Венгрии Василий Андреевич с группой саперов произвел подрыв стратегически важной для противника железной дороги. В 1945 году Исаченков организовал переправу через реку Дунай более 70 солдат-офицеров. В 1946 году Исаченков демилизован в звании старшины. Проживал в Смоленске, долгие годы служил в органах внутренних дел. Умер 10 октября 1994 года.